26-летний Джамал Чупанов из Махачкалы, несмотря на отсутствие зрения, живет полной жизнью. Молодой человек профессионально занимается спортом, водит машину при помощи друга и работает курьером. Он стал известен в дагестанском медиапространстве после ролика, на котором идет к заказчику с доставкой. Правда, нежелание заработать его мотивирует, как писали в социальных сетях. Моя коллега Салия Магомедова расскажет подробнее. Вот работает, смотри. Всевышний, который не дал человеку зрение, вот. Очень сильный – это как нельзя точно про 26-летнего Джамала из Махачкалы. Желание доказать себе и окружающим, что он справится, привело молодого человека к работе курьера. Вот и сейчас перед ним непростая задача – доставить заказ клиенту за 38 минут. Пройти нужно не менее 3 километров. От привычных доставщиков Джамала отличают разве что трость и очки. Отсутствие зрения не мешает ему трудиться. Парень забирает из супермаркета заказ, грузит его в термокороб и отправляется в непростой путь. Быстрым шагом он достигает своей цели. Клиент остается под впечатлением. Меня очень сильно радует то, что есть такая возможность для того, чтобы люди с ограниченными возможностями работали, развивались. Доставка еды не единственное, чем занимается наш герой. Сложно поверить, но у Джамала есть еще одна работа на социально-трудовом предприятии. В его обязанности сборка прищепок. За смену выходит 2000 штук. Не тяжело работать вообще здесь. Я не могу усидеться даже на стуле. Редкость бывает, когда я усижусь до конца, вот эту корзину закончу. Я могу вставать, отдыхать долго, часами могу сидеть на улице, потом прийти делать. Коллектив здесь небольшой, и люди всегда готовы выручать друг друга. Мы всегда друг другу помогаем, да. Это любой стороны, чем можем, помогаем. И от помощи Джамал не отказывается. Например, благодаря поддержке друга он научился водить машину. Садится за руль только во дворике предприятия, потому что хорошо знает местность. А еще 12 лет занимается различными видами спорта. Совсем недавно он принял участие в соревнованиях по легкой атлетике. Я болел эти 2 дня, сюда пришел, пробежался, заряд получил, даже на голодный желудок, я даже не позавтракал. Энергию большую получил. Помимо бега Джамал увлекается дзюдо и теннисом. Профессионально же он занимается армрестлингом. Получил даже звание мастера спорта России. Среди многочисленных наград самая важная та, которую ему вручили в 19 лет. Тогда он стал чемпионом страны. Когда я понял, что я стал чемпионом России, у меня пошли слезы из глаз, и мне было как-то стыдно перед всеми стоять. Я убежал. Получив медаль, я спрятался просто, чтобы и тренер тоже не видел. Желание ни от кого не зависеть, ни финансово, ни морально сделало Джамала человеком с активной жизненной позицией. Но наш герой не всегда был слепым. Он полностью потерял зрение к 10 годам после неудачной операции на глаза. 2 года ему пришлось свыкаться с новой реальностью. И это ему удалось. Салия Магомедова, Саид Кутиев, Джабраил Рабаданов, Юсуп Газиамаров. Время новостей.